целом образовалось огромное количество ниш из-за того, что многие компании ушли. И я думаю, эти ниши будут заполняться. Мы сейчас сами стали смело инвестировать, я тебе говорил, в деревообработку. Мы также инвестируем в переработку вторичных полимеров. Мы запускаем производство полипропилена. Сейчас мы запустим линию по производству полиэстера, в том числе для дорожного строительства. Инфраструктурное строительство в России, кстати, идет очень хорошими темпами. И все коллеги, кто занимается, поставляют продукты на инфраструктуру, на всех вот форумах говорили о том, что у них постоянно рост идет. С инфляцией что будет через 2 года и через 5 лет? Правительство обещает, что замедлится инфляция, ВВП начнет расти уже в следующем году. Так и будет. Так и будет. Вот. Я просто такой, совпадает, да, у тебя совпадает, интуитивное, да, ощущение. Через 3 года инфляция сколько будет? Она будет в районе 5-6. 5-6%. Я это думаю, до 8. Банковские ставки. Кредитные ставки будут в районе 7%. 7%. В этом году Минэк сказал, что рост будет 1,2. Я думаю, будет 1,2 и даже больше.